Так, ну Сурви, как всегда, порадовал меня вылетом в самый ответственный момент. Почему меня и завалили. Спасибо тебе, игра. Ладно, воюем дальше. Так вот. Парень, не умеешь ты с сакома стрелять, ну никак. Гребаные войска. Блин, чуть не набокопорил. Так, все, пора отваливать, короче. Боза валить. Фух, так, сколько мне начинать? На 4, ладно, пойдет. Магазин. Что магазин? Полоска стамины появилась. А что вообще с панелью? Она красненькая, ну ладно. Да, не. А9 мне определенно нравится. Я не помню, с 26-м или с каким патчем. Что-то перестали мне вообще бесшумки нравиться. Ну, они меня вообще задолбали, как бы. Просто потому что с ними бесшумка не играли. Вот. А потом как-то и что-то стрельба мне с них. Ни хрена вообще не нравилось. Вот. А сейчас так вроде бы и нормально. Бери свои гребаные войска от меня, урод. А, все, мы победили. Ну и зашибись. Так, даже 4000 мне дало. Что? Ни хрена себе. Синий пилигрим мне упал. Господи, да мне пилигрим не падал вообще ни разу за все время, что я играю в эту игру. Ну ладно. Довольно-таки неплохо. Я так думаю, так, что я там получил? Лучший убийца. И герой. Да, я молодец. Но лучший игрок у нас Челеби. Ну ладно, пофигу. Что вы от меня хотите? Что это? А, мне сразу предлагают улучшить. Что? Почему? Зачем мне сразу предлагают улучшить мою экипировку? Вашу мать. Мне кажется, это какое-то обдувало, ну я не знаю, ну блин, 20 кусков спустить или 100 золота. А 100 золота спускать, а нужно ли мне это улучшение? Буду ли я ходить в пилигриме? На кой хрен мне это надо? Блин, ну 20 тысяч потратить. Блин, мне серебро нужнее, ладно, пофиг, улучшаем. Все, перенеси мой вес, зашибись. Офигительно. А, я это и модифицировать еще не могу. Зато я могу его продать, да? 21 тысячу. Ну, если что, продам. Ладно. Пусть валяется пока. Так, задание что? Ага, серия убийств на золото.
А, ну это у меня и в прошлом бою было. Ну, точность я даже не буду пробовать. Хрен выполню. Ну, на бронзу в лучшем случае. Серебро это вообще грандиозный предел. А вот на золото даже пытаться не стоит. Да, ну что могу сказать? А9 мне очень сильно даже понравилось. Наверное, я какое-то время буду ходить с ней. Не знаю, потому что, блин, АК мой надоел. Пулемет как-то вроде мне сначала понравился после АК, а потом как-то не знаю, так. H12 многие сейчас полюбили с ним ходят, но мне не знаю, я на мушку вообще с ним справляться толком не могу. Короче, так что буду ходить с этим. Да, ну что, надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.